Первый день весны в Ивановском союзе художников традиционно отмечают выставкой «Ах, какая женщина». На экспозиции представлено несколько десятков работ, посвященных красоте прекрасного пола и возрождению природы. Мы отбирали работы на выставку, то есть хотелось поднять настроение, такое какое-то сделать праздничное, поэтому отбор работ, естественно, был такой, что цветы, женщина, природа, что-то вдохновляющее, что-то одухотворяющее, настраивающее на праздник 8 марта. На выставке представлены работы не только известных ивановских художников, но и начинающих мастеров кисти. Опытные авторы, как правило, работают в строгой классической манере. Молодежь, в свою очередь, предпочитает эксперименты, авангардный стиль. В итоге получилась занимательная весенняя эклектика. Задача – сделать хорошее настроение, в общем-то, ну, в основном женщинам, ну и, в общем, всем жителям, кто придет на эту выставку, ну и в дальнейшем, кто будет посещать. Здесь около 90 работ представлено, разноплановых, разножанровых, в основном таких декоративных, открытых, цветных, жизнерадостных. Традиция устраивать тематическую выставку в Доме художника сохраняется уже более 10 лет. В следующем году организаторы планируют сменить формат и название. Однако общая мысль останется прежней. Нет ничего прекраснее, чем женщины и весна. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.